Да, он сзади без прорези для камеры. А вы так спешно узнал? Ну, я это узнал уже после того, как я его заказал. Когда я его заказывал, я не заметил. Интересно, как ее сюда запаковывают. Да, как будто вообще он калечный. Смотри. Я не знаю, что есть, что нету. Это вообще бред какой-то. Типа нельзя использовать. Вообще не чехол, а кусок дерьма. Не закрывается, блядь. Типа тяжело как-то закрывается. Здесь прорезь, блядь. А здесь нету под разблокировку. Вообще, блядь, такое что-то. Торчит. Нет, там есть магнитик вот здесь. Но он такой какой-то маленький. Так нет, он даже выпирает. Динамик не здесь. Это вообще можно написать, что это не под этот телефон. Потому что смотри, динамик он
Зачем это? Что это там? Прорезь. Ну, стена нормальная, но не поставить вот так вот. Отстегивается, блядь. Ну, тут хоть в прорези попали. Ну так, а камера? Я как камерой пользоваться?